Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я зашел на аккаунт попрошайки. Мы просто будем в шоке от этой истории. Прямо сейчас присаживайтесь поудобнее, обязательно прожимайте огромный лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы полетели. Хочешь за одну минуту? Все очень просто, Джиджи Снудов разыгрывает более 100 на... Условия очень простые. Лайк, подписка, репост и любой комментарий. Хочешь новую аркану Танта совершенно бесплатно, но не знаешь, как же получить без 75 уровней голд пасса? Ответ тут. Просто зайди на G стендов, так как вся новая коллекция там уже есть. Не стоит забывать про второй шанс, который дает более крутой дроп. Переходим к барабану бонусов. По моему промокоду получаем его совершенно бесплатно. Все эти промокоды есть в описании. Да, ребятки, мы на аккаунте попрошайки. И самое интересное, это аккаунт Интера. Вы все его знаете, потому что я вместе с ним играю постоянно на стримах. Так вот, сегодня я сижу, играю в стендов, и мне приходит сообщение от Интера, мол, Кент ПК, дай голды. И прямо сейчас мы посмотрим, что же у него на аккаунте есть и почему он вынужден попрошайничать голду. Поехали! Для начала давайте немножко осмотрим аккаунт, потому что, ребята, мне просто интересно, что же это за аккаунт. Мало ли кто не знает, Интер — это киберспортсмен, и он состоит в моем клане Маслята. Так, что же, смотрим. Первое, что вижу, то, что у него 69% побед, и у него ранг элита в режиме ММ, а в союзниках у него тоже звание элита. То есть он играет реально очень-очень хорошо. Если мы посмотрим статистику, например, за второй сезон, то у него была вообще легенда, а за первый сезон у него ранга нету. Так, смотрим. В общей статистике у него 2.81 и общее время игры 400 часов. То есть, ребята, я вам скажу так, Интер реально очень хорошо играет. Так, давайте посмотрим. Давайте-ка мы прямо сейчас посмотрим, как обычно Интер играет в режиме ММ. Ну что же, я выбираю карту Сакура, и мы видим то, что Интер сделал 5 киллов на третье место. Так, а тут Интер, ну блин, я тебя расхвалил, сказал, что ты киберспортсмен, а ты играешь хуже всех. Ну что за позор? Так, а ну давайте еще раз посмотрим. А то, может, я Интер перехвалил, хрен его знает. Вот тут Интер отыграл на первом месте. Так, смотрим дальше, смотрим дальше. Так, тут Интер отыграл опять на предпоследнем месте. Интер, блин, я тебя расхвалил. Так, ну ладно, ребята, прямо сейчас мы посмотрим личное сообщение. Почему Интер такой попрошайк? Вот смотрите, смотрите, смотрите. Вот, вот, вот он пишет: бро, привет. Дай, пожалуйста, голды на мечту. Мне не хватает 100 голды. Выручи, Кентуха. Это просто трындец. Интер, попрошайка. Интер, хоррэ попрошайничать. Так, смотрим дальше, смотрим дальше. Брат, дай голды, я на нуле все слил на кейсе, хотя бы 50 голды. А теперь посмотрите вот это. Я, может быть, и помогу тебе с голдой, но ради своей выгоды так не делается. Блин, я просто в шоке, смотрите. А тут что он пишет: дай мне голды, срочно помоги, я тебя пробущу. Бро, на мечту не хватает. Яру, тут и пишет: но ты меня не смешил. Друг, не хватает 40 голды на мечту, сможешь помочь? Мне вот интересно, а что же это у Интера за мечта такая? У него вроде нормальный аккаунт. Ну ладно, ребята, сейчас мы все узнаем. Дай мне голды на мечту, просто посмотрите, он тупо всех попрошайничает. Это просто жесть. Дай голды, брат, мне самому нужна голда, я бомж. Сейчас мы, ребята, посмотрим, что же он за бомж, потому что мы посмотрим его инвентарь. Давайте-ка мы посмотрим, что же за аккаунт у этого попрошайки. Что же у него за проблемы с аккаунтом? Так, перехожу. Блин, а где все его голда, где все его скины? Блин, почины, походу он реально бомж. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Это ему не хватает на мечту. Вот это его аккаунт. Раз, два, три, четыре пары перчаток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять ножей. Да ну нахрен. АВМ бум статрек. Он стоит 1500 голды. И этот человек говорит, что он бомж. Просто посмотрите на его скины. И он попрошайка, ребята. Походу, он все эти скины реально попрошайничал. Я просто в шоке. В наше время быть попрошайкой — это трындец, как выгодно. Еще у него есть М16 Триумфент. Охренеть, у него скины, ребята. Просто взгляните на все это. Не, честно. Все, ребята, с этого момента я тоже попрошай КПК, потому что я даже не мог подумать, насколько же выгодно быть попрошайкой. Посмотрите, у него полностью вся страница инвентаря заполнена скинами. Притом не просто скины, арканы, ножи, перчатки. Обалдеть, я просто в шоке, просто в шоке. Ребята, я прямо сейчас его наберу, позову дискорд, и мы узнаем, почему он попрошайничает. Все, погнали. 5 minutes later. Алло, алло, Интер, привет. Алло, привет. Короче, смотри, ты у меня в игре просил голду, правильно? Да. Ты же помнишь, что я заходил в твой аккаунт, у меня остался логин и пароль. Я зашел в твой аккаунт обратно, чтобы проверить, есть ли у тебя скины и голда. Так вот, у тебя очень много скинов, почему ты попрошайничаешь, чувак? Братан, ну я хочу себе новые перчатки. Ну, а почему ты попрошайничаешь? Говоришь, что у тебя там нету вообще ничего, бомжом притворяешься и так далее.
Ну ты же понимаешь, ну типа, ты можешь просто сказать, кентуха, реально, можешь мне помочь? И все, я же нормальный человек, ты на мой канал подписан, мой тикток подписан, брат, я всегда помогу. Ты хочешь новые перчатки? Конечно. Даешь ли ты прямо сейчас слово мужика, что ты не будешь попрошайничать, вот просто писать в личку, попрошайничать голду? Давай лучше я тебе просто сейчас дам голды, куплю тебе кейсиков и выбью тебе перчатки. Давай. Все, брат, договорились, ты обещаешь, что не будешь попрошайничать? Обещаю, слово пацана даю. Все, по рукам. 5 minutes later. Ребята, я нашел его скин, прямо сейчас я его покупаю. Так, все, купил. И Интер получил только что 1200 голды. Это ровно 12 импар кейсиков. Он очень сильно хочет перчатки. Я понимаю, что это очень странно. Это странно, что я прокачиваю богатого чувака. Но он реально исправится. Я просто хочу его поощрить, чтобы никогда в жизни никого не попрошайничал. Лучше всегда можно написать мне. Тем более, если вы подписчик моего канала, тоже можете мне писать комментарий, я всегда вам помогу. Так, ну что же. Поехали, первый импар кейсик. Я сделал такой мини-бустик на перчаточке Steam Rider, мини-бустик на перчаточке Punk. И абракадабра, перчатки выпадабра. Понял? Первый, блин, комом. Ничего страшного, зато статрек. Погнали дальше. Нет попрошайкам, да честной игре и да честному трейду. Поехали, ребятки, и нам во втором кейсике попадает эмочка Китсун. Такое ощущение, что Стендов говорит, типа, да интернет так уже зажрался, скотина. Пожалуйста, Стендов 2, чтобы он не был больше попрошайкой, дай ему одну пару перчаток, и он будет очень доволен. Ну, или хотя бы какую-то аркану. Упали легендарка. Ой-ой-ой, М60 гранж. Это очень хорошо. Так, ну еще, давайте-ка мы сделаем быстро все 4 пары перчаточек. Возможно, прямо сейчас им повезет. У меня еще такая чуечка. Как будто сейчас будет какая-то аркана. Но я думаю, он будет рад всему. Так, ух ты, блин, как же много аркан пролетело. И на, выпадает М4 демон. Зато статрек. Слушайте, нам сегодня прям по статрекам везет. Очень много статреков выпадает. Пожалуйста, перчатки, придите, перчатки, придите. Ну. И где перчатки? Да, я, конечно, все понимаю, но вот это я не понимаю. Перчатки-то где? Мы так не договаривались. Так, пожалуйста, Стендо 2. Ради того, чтобы он не был попрошайкой. Блин. Раз, два, три, поехали. Давайте, короче, так. Если ему перчатки не выпадут, то я просто возьму и с своего инвентаря ему подарю перчатки, чтобы он больше не был попрошайкой. Потому что, во-первых, он мой друг. Во-вторых, да, блин, попрошайничать это, ну, якобы немножко стыдно, не? Так, ну что, поехали, поехали, открываем дальше. Кстати, пацаны, напишите прямо сейчас в комментариях ваше мнение по поводу попрошайничества, потому что я хочу снять экспериментальное видео, сколько я смогу напопрошайничать голды ровно за 24 часа. Вам такое интересно или нет? Прямо сейчас не пожадничайте, поделитесь в комментариях вашим мнением. Так, смотрим дальше, импар кейсы открываю, и нам падает Т9 тропик. Так, ребят, счет пока что очень даже не очень. Так, ну ладно, так, задержим дыхание. Перчатки! Перчатки! Да елки-палки, это, ребят, какое-то проклятие! Не, слушайте, ну сейчас по-любому должно повезти. Ну елки-палки, ну сколько уже можно-то? Вы перчатки нам дадите или нет, в конце концов? Так, смотрим, смотрим, смотрим. Опа, легендарочка, ну хотя бы статрек, хотя бы статрек! Даже не статрек, но хоть легендарка выпала. Так, ладно, ребят, не дезмралимся, не тильтуем. Просто раз, два, три! Перчатки, выпади! Вот такое ощущение, как будто Стендов 2 говорит, типа, Кента ПК, да он и так богат, не нужны ему эти перчатки. Блин, ну я все равно хочу ему подарить перчатки. Так, ребят, последняя надежда. Прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, полетели, хэштег перчатки, придите, и нам выпадают! Легендарка, не статрек. Короче, ребятки, я ему потом подарю свои перчатки, но Интер никогда больше не попрошайничает. С вами был ваш Кента ПК, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, ссылка на канал Интера есть в описании. Всем удачи, всем пока.